К 20-летию кафедры украинской филологии в ПГУ прошла конференция на тему межкультурной коммуникации в Приднестровье. Преподаватели говорят, основой для их докладов стало приднестровское общество и законодательство. В ходе обсуждения отметили, на территории республики носители разных языков и культур не только проживают, но имеют возможность и право общаться и получать образование на родном языке, не стесняя при этом представителей других культур. Поставила первым питанием. Приднестровская Молдавская Республика с самого своего основания задалась первым вопросом о правах человека, право на образование на родном языке, на котором говорили мать и отец, право на учебу и право на достижения, говоря родным языком.